Приветствую вас. Что я могу сказать? У вас страх того, что обязательно что-то случится с вашим здоровьем, например. И, конечно же, у этого страха есть основания. Не просто так вам приходят подобные мысли в голову, и не просто так вы об этом задумываетесь. Не просто так вы думаете именно вот в этом направлении, да, именно в этом ключе. Я предлагаю вам поразмыслить над тем, как давно вы стали испытывать этот страх. И что его запустило? Откуда это ощущение, что вам так страшно, что вам страшно, что с вами что-то случится? С чем оно связано? Как оно коррелирует со всем остальным, что происходит в вашей жизни? И так далее. Мне кажется, что вот это очень важно разобрать. Вероятно, и скорее всего, это что-то агрессивное. Почему агрессивно? Да, потому что должно что-то случиться. Возможно, связано с наказанием. Вы считаете, что вас можно, там, нужно там, на что-то, ну, за что-то наказать, допустим. Ну вот. Это очень важная история. Очень важный момент. Вот. На это обратите свое внимание. На это. На это постарайтесь. На этом постарайтесь заострить свое. Ну, свой фокус. Фокус своего внимания. Вот. Мне кажется, примерно. Такая история. Мне кажется, примерно так. И я понимаю, что вам плохо. Я понимаю, что вы сейчас переживаете определенный стресс. Ну, то есть определенную такую стрессовую ситуацию. Но мне кажется, что очень важно, разобраться в этом до конца. Понимаете? Вот. Я думаю, так. Думаю, вот такая история примерно. Так, вот так можно адекватно вам представить это. Так можно адекватно представить эту ситуацию для вас в целом. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы сказать. Причин может быть масса. Это может быть просто тревожность, когда вы не... Ну, когда вы там не прислушиваетесь, допустим, к себе, да, когда вы не слушаете себя, когда вы... как-то вот не откликаетесь на свои собственные чувства, не откликаетесь на свои собственные переживания и прочее. Вот. А много может быть моментов, вот, на который я хотел бы и мог обратить ваше внимание, да? Тут уже вопрос возникает именно в том, что вам нужно. Чего вы хотите? Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что такая штука
такой аспект, он очень важен. Вот. А вот то, что я хотел бы сказать вам. Вот то, что я хотел бы отметить, ну, для вас. Может быть, вы просто чем-то не удовлетворены. Может быть, чем-то не удовлетворены. Ну, это немножко уже другая история, это уже немножко другой момент, это уже немножко все по-другому. Тут нужно смотреть, чем не удовлетворены, как это происходит и как можно реализовать. Вот. То есть очевидно, что мы имеем дело со следствием, очевидно, что мы имеем дело с определенным чувственным процессом. Вот, но этот чувственный процесс, он дал о себе знать только в этом страхе. Нам бы надо раскрутить клубочек, значит, верхушка которого является вот как раз то, что вы чувствуете. Вот то, чего вы боитесь. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом для вас.